Еще один житель Люберец отметил круглую дату. Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Кононову исполнилось 95 лет. Наша съемочная группа отправилась в гости к имениннику, чтобы поподробнее узнать о его жизненном пути. Ведь общение с нашими ветеранами – это большая ценность для современников. Звали меня в 43-м году. Вот. Попал сперва в батальон связи. Вот. В батальоне связи я курсы прошел. И потом наша армия перебросилась в Прибалтику. Я там всю войну в Литве, в Латвию, Литву, как говорится, прошел это. Там же Иван Иосифович встретил победу. За храбрость и мужество, проявленные в борьбе с фашистами, он награжден многочисленными орденами. Теперь в копилке ветерана появилась еще одна юбилейная медаль. Это, я вам ее с вашего разрешения вручу. Она называется «75 лет победы». Владимир Ужицкий поздравил ветерана от имени президента России, вручил ему памятные подарки. Юбиляры, члены его семьи, в свою очередь, выразили желание посетить в этом году парад победы на Красной площади. Луиза Егазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.